Ребята, почему сейчас самое время заходить в сетевой бизнес? Ну, во-первых, у нас нет санкций, мы не зависим от санкций. Мы можем работать из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет и желание работать. Во-вторых, посмотрите, как растет курс доллара сейчас. То есть, получается, растут цены, зарплата остается на том же уровне. Вы тратите больше денег, чем тратили раньше. У нас же в компании доходы с курсом доллара также растут. Получается, мы, если купили свое бизнес-место по одной цене еще тогда, то сейчас наши доходы, получается, выросли, потому что валюта у нас доллар в компании. Соответственно, и доходы наши увеличиваются. В-третьих, то, что товар у нас также деньги, получается, доллары. Мы не продаем всякие там баночки, тряпочки. И не боимся, что наш товар где-то застрянет на границе из-за ситуации в стране, из-за ситуации в мире. Наш товар – деньги. Поэтому, ну, не знаю, делайте выводы сами, решайте сами, но сейчас самое время заходить в сетевой.